Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил январский дубак, и в этом видеоролике мы проверим, насколько морозоустойчив iPhone и как он себя поведет при низком заряде батареи, и отрубится ли, и попробуем развеять, ну или подтвердить этот миф или реалии. Так что будет интересно, грейтесь! Наша задача в этом видео заключается в том, чтобы определить, увидим ли мы равномерный разряд аккумулятора iPhone до 1% с последующим выключением, или смартфон попросту отрубится, допустим, с 10%. Давайте сначала об условиях эксперимента. На улице минус 22 градуса. Я перепроверял на ртутном градуснике. Хотел заснять на улице, да добрых полчаса стоять на холоде не хотелось. Влажность высокая. Поэтому расположился в неотапливаемой лоджии с открытыми окнами. Так что дубак получился точно такой же, как и на улице. У нас есть iPhone 7 Plus, всяческие обзоры по которому уже давно висят на канале, так что welcome. В моем ежедневном и нещадном использовании он уже 2 месяца. То есть аккумулятор еще бодрячком. Запускаем ролик для хронометража. А почему это только середина дня, а у тебя почти не осталось заряда батареи? Спросите вы. Да все просто, я его снял с зарядки за день до момента снятия видео в 6 утра. И с того момента, вот уже около полутора суток, использую в обычном режиме. Со звонками, Wi-Fi, подключением к аудиосистеме авто по Bluetooth, съемкой фото и видео, играми и, разумеется, с постоянной проверкой раз в 10-15 минут роста подписчиков на канале. В общем, ни в чем себе не отказываю. Обратите внимание на равномерное снижение процесса заряда батареи вплоть до 1% с последующим отключением. Если у вас iPhone отключается на морозе, то скорее всего ваша батарейка не в идеальном состоянии. 500 циклов перезарядки, а это 1,5-2 года использования, приводит к снижению емкости на 15-20%. Через 3-4 года, то есть около 1000 циклов перезарядки, от общей емкости батарейки останется всего 50%. Итак, с 13% заряда iPhone 7 Plus смартфон продержался на морозе 15 минут и 19 секунд, что я считаю более чем достойным результатом. Как видите, при нормальном состоянии батареи самопроизвольного выключения на морозе не бывает. А вот на моем бывшем двухгодичном iPhone 6 при 15-минутном использовании на улице при таких же температурных условиях примерно на 30% заряда смартфон отключился. Запустив с толкача, от розетки, сразу отобразилось 30% на индикаторе. Батарейку, скорее всего, придется скоро менять. Кстати, заметили подтупливание iPhone при разворачивании и сворачивании ролика? Для такого холода, в которой производители и вовсе не рекомендуют использовать технику, это нормально. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Подписывайтесь, пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, рассказывайте о своем опыте эксплуатации техники в мороз и обязательно ставьте лайки. Для вас это ничего не стоит, а мне приятно. До скорых встреч, увидимся в следующем видео.